добрался до Ханаэ. Второе плодоношение, третий год кусту. Вот такие вот ягодки. Это средний размер, средняя такая ягода в плотности. Где-то 14 грамм получается. Вот такие первые ягодки. 24 грамма. Очень и очень даже неплохо. Это хоть и неправильно, главное нам вкуснятину не передать. Вот еще покажу. Вот такие вот ягодки. Ханай чемпион, можно сказать. По тому же гармоничному вкусу. Так, к мармеладе подходим. Так долго я к ней шел. Очень похоже на ханай. Первая ягодка такой неправильной формы. 17,5 грамм. Такая тоже красавица. 13,5. Чесночком она у меня тут растет. Такие вот. Пока у меня она самая-самая урожайная. Не веду с куста. Из неремонтантов. Вот еще нашел. Двадцать 50. В прошлом году были покрупнее. Но у нас, конечно, не сложилось. Весной с погоды. Мармелад. Недаром сорт так называется. Уже неделю был без полива, вода заканчивается в колодце. О, опять уровень упал. Немного подсыхает ягодка, вот чувствуется даже. Всем советую. Тем более, что уже можно ее купить не за те деньги, которые я когда-то покупал. Всем спасибо за просмотр. Пока.